Всем привет! Это футбольные истории, 177-я часть, FIFA, пункт 7. Я продолжаю вас знакомить с материалами досудебной претензии своей к Международной Федерации Футбола FIFA. Сейчас я вас буду знакомить с пунктом номер 7. Так, форма выражения в виде текста отражает в обложке книги космос. Это произойдет в 13 году, в феврале месяце. Это страница сайта «Мой мир». Открылась фотография, здесь написано. Загружено 21.02.2013. И форма выражения в виде текста будет отражать в обложке книги «Космос». Здесь написано. Книга сдана в типографию. Мы воздушный десант. Мы творим чудеса. Название на синем фоне, в кавычках, авиаторы и ВДВ. «Космос». Тема книги «Фантастика». Зеленый фон – футбол. Число звезд – 57 по числу погибших авиаторов и однополчан. Это все будет повторено представителям на тот момент санкционированным представителям FIFA в лице генерального директора оргкомитета. Открываем страницу, где написано об эмблеме. Вы видите, это страница информационного агентства ТАСС. Здесь написано, представлена эмблема чемпионата мира по футболу 2018 года. Основными мотивами в эмблеме турнира стали космос и другое. Так, сейчас я вам продемонстрирую это все. Так, вот рисунок. И вот здесь вот написано, я это отмечаю. Мне очень нравится логотип. В нем есть космос, болельщики, немножко волшебства. Он показывает многогранность России, сочетая в себе символы, о которых знает весь мир, сказал Сорокин. Как вы видите, форма выражения в виде текста полностью повторяет в том, что эмблема чемпионата мира содержит в себе космос. Таким образом, она повторяет обложку книги. Причем это сделал представитель оргкомитета чемпионата мира 2018 Алексей Сорокин. Он также в этом сообщении своем повторит еще многое то, что я ему написал в открытом письме. На этом сейчас я заканчиваю и ждите новых сенсаций и чудес.